На конкурс «Дети читают стихи» Арина Шмырина, 13 лет. 41-й. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел двух парней в растерзанных рубахах. Выпадили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем и силушкой стать. А за ним второй пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» — твердил он важно. «Расстреляйт!» «Нет!» — она просила. «Пожалейте! Отмените казнь моих детей! А взамен меня убейте! Но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер ей чинно. «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирай!» Ну а он стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, матка, одного ты убиваешь, а другого убиваем ми!» Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся! Ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал!» Отозвался младший. «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать!» Тут учтиво немец молвил, бите, отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой. Расстреляй! Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить, сыночка, мне цвести. Дура, матька, получает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, поюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой убийственно великой. Может быть, у матери любовь.